На северо-востоке Иберийского полуострова между Испанской Галисией и Северной Португалией существует тесное и взаимовыгодное сотрудничество. Португалию называют крупнейшим поставщиком тканей для всемирно известных галисийских брендов модной одежды и аксессуаров. В прошлом году больше трети португальского экспорта отправлялось именно в Испанию. Экономисты называют Иберийский кластер примером успешной конкуренции с азиатскими производителями текстиля. Соседство с Португалией всегда было одним из тех преимуществ, которым обладает Галисия. И я уверен, что и с другой стороны Галисия это преимущество, которое есть у Португалии. Мы дополняем друг друга, мы ведем совместные проекты уже много лет, и каждый из нас делает то, что получается у него лучше. В последние годы и десятилетия Испания сделала выбор в пользу совершенно других бизнес-моделей в этом секторе, основанных на брендах, розничной продаже, в то время как Португалия не пошла по этому пути, предпочитая сохранять традиции и ноу-хау, уже накопленные и усовершенствованные. Португалия инвестировала в развитие и технологические инновации. Это было чрезвычайно интересно, поскольку все это вместе привело к взаимодополняемости между двумя странами. До сих пор наши отношения развивались в русле взаимодополняемости, и я убежден, что сейчас поворотный момент, когда возникает уже следующий уровень компетенции. Португальские компании, которые успешно достигли определенного уровня, теперь развивают отношения с клиентами здесь, в Испании, и это выгодно обеим сторонам. Возможно, через несколько лет мы вступим уже в новую реальность. В то же время развитие португальских компаний сдерживает острая нехватка рук. Ткацкой промышленности нужно еще минимум 6 тысяч рабочих. Руководители фирм выражают надежду на мигрантов. Лиссабон еще несколько лет назад заявлял, что готов превысить выделенную ему квоту на прием беженцев, ведь есть множество рабочих мест в сельском хозяйстве и промышленности. Галисия и север Португалии – хороший пример взаимодополняемости, который может достичь европейский регион, в данном случае в текстильной отрасли.